Ну и вот здесь, как вы видите, жители посадили много-много сосен, и я надеюсь, что мы тоже посадим много-много дубов. И где-то вот в этом месте должна быть там наша будущая посадка. Так решил один из абаканских активистов Антон Сысуев. На вопрос, почему дубы, отвечает: потому что это благородное дерево, которое увидят наши дети и внуки. Правда, необычная монгольской породы. Впрочем, экзотики, уверен Антон, в этом нет. Идея пришла, гуляя по городу. И идея появилась о том, что какие деревья еще у нас могут расти, чтобы это были не просто деревья, но какие-то интересные, там не просто береза, еще что-то. Ну вот так вот нашел дубы. Тем более, что дубы у нас выращивают наши граждане у себя на участках, где-то еще отдельно садят. То есть это никакая не экзотика для нас, просто их мало. Эти гиганты не боятся ни мороза, ни жары. Абаканец вынашивал идею несколько лет, сейчас, говорит, созрел. Прочел множество литературы, договорился с парковым хозяйством, нашел и саженцы в Хабаровске. И дело сдвинулось от идеи до воплощения. Дом маленькие дубы обретут уже после майских праздников в зоне отдыха. Договаривались мы предварительно о том, чтобы заказать там 500 дубов, где-то столько же, наверное, ясеней. И посмотрим, как это выльется все. То есть мы для себя решили в своей семье, что на 30 тысяч рублей мы этих саженцев купим, привезем сюда, в Абакан. Все на свои деньги. Любопытный факт. В Хакасии позитивный опыт выращивания дубрав уже есть. В Аскизе. Начиная с 2003 года. И вот тогда, значит, посадили первые дубы. Это по улице Первомайская. И вот сейчас эти дубы принесли свои первые плоды. При въезде в Аскиз по левой стороне у нас, значит, там есть место, где можно, значит, высадить вот эту вот дубовую рощу. Кстати, Антон Сысуев приглашает жителей присоединиться к доброму делу. Можно вместе собрать деньги на большее количество саженцев дуба. Затем также вместе высадить. Для этого достаточно написать мужчине в социальных сетях. Полина Назарова, Станислав Колчинаев, РТС.